Как будут развивать Таласский район, где социальное положение населения оставляет желать лучшего? Этот вопрос был рассмотрен на совещании под председательством главы региона. В этом году на реализацию 8 крупных проектов было выделено 338 миллиардов тенге, в результате чего планируется создать 558 новых рабочих мест. В прошлом году в области профинансирован 51 проект на сумму 1,8 миллиардов тенге. 149 жоба деген, ол өте жақсы көрсеткіш, өйткені былтыр. Реализация 149 проектов – это очень хороший показатель. В прошлом году 51 проект профинансирован на 1,8 миллиардов тенге. Среди них есть и крупные, и мелкие проекты. Со стороны правительства выделяются субсидии, то есть через дорожную карту бизнеса. Это очень хороший показатель. В прошлом году поступил кредит в размере 1,8 миллиардов тенге. Глава региона поручил выделять по 149 проектов на каждый год, каждый сельский округ. То есть, как индикатор, акимы поселков должны поэтапно их реализовывать. Проекты нужно распределить по каждому району, по каждому сельскому округу. Он должен отмечаться у сельских акимов как индикатор. А акимы должны работать. Если они будут хорошо исполнять работу, то мы повысим уровень жизни в аулах. В завершении встречи аким области сказал, что государственные служащие должны решать проблемы населения. Каждый сельский аким, по крайней мере, должен посетить один дом в день и узнать состояние жителей. Таким образом, будет видно, какая работа действительно проводится, какие проблемы волнуют народ. Также глава региона призвал всех к сплоченной работе. Асимжан Жузбаев, Ермек Кеншибек, Жамбыл Ньюс.